бомба ставится у нас на Б. Но остальные ниндзя действуют очень дерзко и получают голову от Мемоса. И Воркхард у нас остается один за Б3. Здесь его окружают уже три игрока. Палец он быстро дает один хэдшот, дает второй хэдшот и остается один против Мемоса. Очень жестко здесь Воркхард играет по своему Мемоске. И его начинает кушать. Остается один патрон, не успеет, не знаю, зачем он уничтожает. Воркхард просто оформляет этот клатч. Три сип хэдшота и пистолетка за Райс.